Нет, запись идет, звук записывается, да, идет. Так, сегодня мы будем экспериментировать с эмодзи. Вы, кстати, можете писать свои эмодзи по ссылке в описании. И да, можете оставлять свои эмодзи по ссылке в описании. Я буду их рандомно брать, некоторые комментарии вставлять в видос. Так, давайте начнем. Я буду закрывать глаза и тыкать наугад. Раз, два, три. Так. Уин искренне пожал плечами, беспроигрышная надежда завоевать доверие существует. Что я напечатал? Ладно, давайте еще. Так, где? Во. Угу. Теперь я буду открывать глаза, потому что она у меня может закрыться. Вот так вот. Вот так. Угу. Напечатал вот таких эмодзи. Вот. Так, блин, я не закончил еще. Так, эти вот запечатаем. Вот этих эмодзи запечатаем. То куда ездить? Так, вот этих печатаем. Вы же, наверное, видите это чудо, но я не вижу еще. Печатаем. И последнее. Такое, я не допечатал. Так, вот таких иероглифов. Все, смотрим. Как удивительно, хорошо, их вкусно. Дело быть замолчано, затише, Куин королева Ева, он был в своем обмещен рекламная миссия, так приводится, мне кажется, поступление в имперский настоящий цирк афиши, королевский транспорт шашлыка, пицца, транспорт, СК-скут, путешествие в аэропорту, хитро оцените, вдохновляете, ничего не является сутью исцеления, моя. Господи, что за задница? Давайте продолжим. Теперь давай вот этих напечатаем. Не, это не изменяет ничего. Это просто. Давайте тогда. Так. Еще какие-нибудь иероглифы давайте добавим. Ну, ладно. Давайте. Так, вот. Так, 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 так. Куда? Да, блин. Так, а вниз полистаем, и вот тут потыкаем животных. Да вот несколько вот таких панд, мне кажется, будет написано панда. Так, у тигров. Вот это, так, вот тут таких много слаймиков, блин. Слайм рейнджер переиграл. Вот таких вот злых слаймиков, вот таких ковбоев. Вот такого ботаника, вот такого вот министра. Вот так. Вот, давайте строителей понапихаем, чтобы боб-строитель. Господи, он уже не справляется, он уже не видит ничего в этих эмодзи. Мне кажется, я сломал переводчик. Давайте я вот так делаю. По-моему, он сломался. Да, все, он починился. Угу, так, делаем вот так. Вот этих людей. Немного медицинских касок, мечей и бриллиантов наверняка. А интересно, как будет Генри Стикман, разные персонажи потом поугадываем, как он вымозит их. У меня уже есть первая идея. Мы по играм определять и по известным приложениям. Так, и последнее вот. Так. Каких-то китайских иероглифов. О, Китай. Надо обязательно. Знак. То, что нельзя кататься на велосипедах. Так, 18+, типа. Смех да добрее, все равно спасибо, крутая знакомство с подвижным, остерегаясь подозрительного, что-то там буквально исчерпаны, может, зебры маленькие, коровы, панды, пандеры, видение, цветочки, дикие усы, зебра, панды, корова, пух, Винни-Пух, Винни-Лошадь, ненавидите, проклятие, ругай, умови. Ой, около меня. Самым богатых будет праздник. Текст. Смарт. Благородно. Женщины, инфраструктура. Ладно, давайте теперь поугадываем с русского на эмодзи. Давай напишем Яндекс Алиса. Почему бы и нет? Яндекс Алиса. Русский. Поиск, девушка и какой-то огонь запрещает. Яндекс.Утс. Ладно, дальше.
стираем все это. Лечение пальцев, пищевая добавка, что у меня тут. Так, давайте Генри Стикман. Посмотрим. Матово-ламинированный. Матовый манер. Господи, что? Теперь давайте речь за редким работом. Если я неправильно пишу, то нормально. Киберботом. Майкл Джексон. Есть Майкл Джонсон, а есть Майкл Джексон. Right hand man. Правая рука, давай напишем. Правая рука. Правая рука. Палочка и рука, нормально. Элли. Элли. Флоренция. Да, бедная Элли. Ее Флоренция назвали цветком. Так, давайте еще что-нибудь придумаем. Мне уже нравится. Джоуи Дрю. Джоуи Дрю. Нэнси Дрю. Ну, например, Сталин. Почему бы и нет? Цен. Китай. Извините, что я испортил политику СССР. Ну, что, Сталин стал... Китаем, допустим. Давай Китай. Может, он Сталином станет. Китай. Китай. Китай есть Китай. А если, например... Блин, у меня нет идей сейчас. Чарли. Чарльз. Чарльз Келвин. Джон Леон, господи. Линон. Линолеум. Извините, сегодня много угара. Если хотите тоже поугарать, пишите свои примеры и в эмодзи. Это будет смешно, мне кажется. Так. Что-нибудь еще? Не всегда говорю фразу Вася Морковкин. Давай посмотрим. Вася Морковкин. Какой-то дядя Морковкин. Не, Вася, нет такого Вася. А почему он, погоди, он с английского мне перевел. Какого фига? Давай сумму отзы мне. Так, русский. Вася Морковкин. Извините, что я пишу с маленькой буквы. А почему английский-то? Эмодзи? В Морковкин. Русский. Россия. Раша. Так, что бы еще придумать? Бенди. Почему бы и нет? Бенди. Какая-то черточка. То есть она никак не переводится. Черточка есть черточка, ясно. Так. СССР. Раша. СССР превратилась в Россию. Да. Не густо. По сути, там должен быть флаг, а не ру. Флаг России, а не ру. Так, что бы еще? Каких персонажей мы еще знаем? Генерал. Дом. Офисное здание. Почему бы и нет? Винни-Пух. Пух. Два тигра. Два тигра, это Винни-Пух. Давайте просто какие-нибудь рандомных букв напечатаем. Астропака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 пакapak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 
Аустер. О, придумал. Ну, с немецкого мне переводят, нафига. Как мне с немецкого переводишь? Альбель. Эмодзи. И вместо немецкого русский. Ефарсате. Да, я живу в России. Ни в Украине, ни в Китае, и не вообще в Азербайджане. Все. Так. Чего я хотел? Я забыл уже. А, Аустер. Демон. Чертенок. Вола, а почему бы и нет? Кран. Символы питьевой. Яндекс, ты не представляешь меня удивлять, не оставляй. Я бы смешно, что он все это видит сейчас, он тоже угорает. Так. Давайте...
Титаник, почему бы и нет? Корабль. Корабль. Жаль, нет такой моды за Титаник. А ну-ка. Б. Титаник Б. Корабль Б. Корабль Б. Ну, корабль Б. Есть корабль Кью. Почему где-то? Б. Корабль Б. Есть корабль Б. Почему там есть эмоции? Так. Он у меня опять багуется. Окей. Так, что бы еще? Блин. Что еще существует? Кто еще? Кого еще? Что, когда, почему, где еще? Так. Блин, я забыл все. Давайте на паузу поставлю, я вернусь, когда вспомню кого-нибудь. Вспомню одного, это мистер Макбет. Если я правильно напишу. Мистер Макбет. Шляпа. Мистер Дж. Мистер Джордж. Мистер Джонни. Твою мать. Так, есть еще... А кто еще есть, в принципе? Дэйв Панда. Дэйв Панда. Фишер Панда. Видишь, это кино название. Фишер Панда какое-то кино. Так. Пицца. Ну, пицца. Ну, кстати, у меня уже есть идея. Это китовица, это китайец. Это фиолетыч. Фиолетовый человек, блять. Ладно, я шучу. Просто фиолетовый человек. Фиолетовый баклажан. Я всегда знал, что... Я так и знал, что баклажан это значит фиолетовый человек. Человек-баклажан. А вы думали, кто это? Это фиолетовый человек. Спрингтрап. Спрингтрап. Расставщик и пружины. Опа, пружины. Вот с пружинными частями он понял. Только вот с цветочками я не понимаю. Причем тут цветок? Пружины стержни. Угу, вот так выглядят пружины стержни. Ну-ка так. Все получится. А ни хрена. Весенняя охота. Спрей какой-то. Ладно. Ты не перестаешь меня удивлять. Яндекс. Продолжим. Ой, как потреблять песню, отвечать на вопросы, что это было? Так, наркомания, почему, блин? Наркомания. Пищевая запорка. Твою мать, господи, я не знаю, что за... Кто придумал вообще эмодзи-переводчик? Давайте сейчас накидаем рандомно. Эмодзи. И я попробую их сам отгадать. Так. Потом идем вот так. Так. Чувак был крутым, потом он начал материться, потом он вообще стал злым, потом он охренел, потом ему стало жарко, потом он стал злым, а потом родил 4 детей. Давайте прочитаем. Задира кровавоярость из Иноцент. Попробую еще читал на фразу Inner Slot. Невинная женщина дает, woman женщины дают. Попробуем Inner Slot. Inner Slot. Класс. Так, эмодзи я сказал. Inner Slot. А как... Подождите, а как реально переводится Inner Slot? Inner slot. Почти практически так же. Теперь давайте на эмодзи это переведем. Inner slot. И переводится это как The Machine. Класс. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать свои предположения. Хотя запишите свои эмодзи рандомные, а я попытаюсь их перевести. Или можете переводить их в эмодзи, читать свои слова в эмодзи, или наоборот эмодзи в слова. А потом писать мне те эмодзи, в которые были самые смешные на ваш момент.
Потом я запишу еще один ролик, где я буду с этими модами говорить. Всем пока. Удачи и лайки не забудьте.